До открытия еще несколько минут, а перед входом уже очередь. Каждому не терпится побыстрее ознакомиться с перечнем вакансий. Ольга Иванова ищет работу уже несколько месяцев. Просматривает объявления в газетах, выкладывает резюме в интернет. Но пока подходящих предложений не нашлось. Решила попытать счастье на ярмарке. Через интернет, не знаю, просматриваются, не просматриваются резюме. Очень редко идут отклики какие-то. Здесь уже сидят непосредственно представители самих фирм. Поэтому есть прямой доступ. Соискатели отмечают, определиться с работой на ярмарке проще. Здесь можно лично пообщаться с будущим работодателем. Сегодня вакансии предлагают более 50 предприятий Самары по разным специальностям. Водители, монтажники, повара, производственники, специалисты, управленцы. Люди устраиваются, наши специалисты отдела через 7 дней после окончания ярмарки прозванивают организации. И где-то процентов, скажем так, 20 идет трудоустройство в организации от общего количества людей, которые посещают ярмарку вакансий. Самарский центр занятости на сегодняшний день предлагает более 12 тысяч. Вакансий, тогда как работу официально ищут только около 3000 самарцев. Трудоустроиться вполне реально, если трезво оценивать свой опыт работы, образование и желаемый заработок. Марина Матвеевна, Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.